Я написал там песню, которая... Мы беженцы, печальная картина. Оставив все и с ужасом в душе, от Путина бежали с Украины, как я бежал от Гитлера уже. Пережил, как бы, пережил две трагедии, то есть, как бы, двойной беженец. Два раза я бежал, то от Путина, от Гитлера бежал, теперь от Путина бежал. И, конечно, это тяжело. И я просто думаю, что человечество не позволит этому. Мне кажется, что люди чему-то должны научиться. Я жду от того, что западные страны все не допустят, что вообще прекратят это и вообще разберутся с этим Путиным и так далее. Я надеюсь на это. Ну, какой-то человек решает судьбы там людей совершенно непонятно почему. Сколько эта трагедия может продолжаться? Сколько еще можно это терпеть? Ну, это вообще просто уму непостижимо.